день. Сегодня мы находимся в парке Поздняки, возле метро Поздняки, на фестивале Хоркина, который приурочен к дню города. Сегодня здесь присутствовал глава райадминистрации. Организаторы постарались. Сегодня у нас присутствует на фестивале три раздела. Хоркина фехтование, Хоркина борьба и классический Хоркин, Хоркин двубий. Все очень прекрасно, все в качественном исполнении. Дети довольны, играют, соревнуются, ждут своих наград. В принципе, мне очень нравится здесь, очень позитивная атмосфера. Все классно.